Челябинске появится межмуниципальный совет архитекторов. Идея создания совещательного органа, где все заинтересованные стороны смогли бы обсуждать спорные вопросы, впервые прозвучала еще в сентябре этого года. Поэтому, можно сказать, от идеи до воплощения прошло совсем немного времени. Главное, чтобы новая структура оказалась эффективной. Вопрос согласованности развития и определения интересов муниципалитета в связке с соседними территориями встал остро как никогда. Виной всему строительный бум и, как следствие, развитие города Челябинска вширь. Самый последний пример – Краснопольская площадка. Город разработал проект ее застройки. Надо начинать работы, прокладывать транспортные магистрали. Но сделать это никак нельзя, ведь собственников земли Сосновский район назвать не может уже в течение года. Другая проблема – строительство полигона для твердых бытовых отходов, который планируют разместить на границе Красноармейского района и Копейского городского округа. Проект вызывает много споров, но обсуждения и поиска вариантов пока нет. Между тем, есть предложение построить полигон в Аргояжском районе, и по мнению администрации Аргояша, этот вариант более интересен. Все это еще раз доказало необходимость создания Совета архитекторов. В него войдут как главы районов и поселений, окружающих Челябинск, так и специалисты профильных организаций.